В марте 42-го в Куйбышеве состоялась премьера 7-й симфонии Шостаковича. Летом партитуру доставили в Дом радио Ленинграда. Но исполнить произведение невозможно. В оркестре совсем не осталось музыкантов. И тогда командование присылает музыкантов со всех участков фронта. К 9 августа успеете разучить симфонию? Успеем, если завтра начнут прибывать музыканты. Начнут. А почему именно к 9-му? Потому что Гитлер объявил, что именно 9 августа он захватит Ленинград. 9 августа 1942-го весь мир узнал, что город на Неве живет, что дух его не сломлен. Первый урожай собственного огорода. Но какая связь между завтрашним концертом, рубашкой и, извините меня за невежество, этими тремя картошками? Наитеснейшие. Что вы собираетесь делать? Я собираюсь превратить картофель в крахмал. Вы будете дирижировать во фраке, в белой накрахмальной до хруста рубашке, в белом галстуке и лакированных туфлях. Ленинградская симфония. 9 августа на телеканале «Самара ГИС».